чему может привести хронический синдром отличницы? Например, чайник, он же бурлит, но все равно точка кипения, она всегда есть. Точка кипения в гипертрофированном таком синдроме хорошей девочки – это и обсессивно-компульсивные расстройства. Почему люди с синдромом отличника не могут не расстраиваться из-за неудачи? Все, родители как будто театральные окончили какой-то вуз с таким вот «я разочарован». Иди подумай, в угол встань, иди подумай над своим поведением. Как снизить требования к людям и к себе? Прежде всего оцените, что пошло бы не так, если бы это было не идеально. Не рухнул? Нет. В гостях программы «Разговор по душам» психолог Ксения Дубинина. Смотрите новый выпуск во вторник, 30 июля, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».